Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня готовим вкуснейшее, сочнейшее мясо на праздничный стол, но точно так же это идеальная закуска на каждый день для бутербродов. Готовить такое мясо очень и очень просто, ничего не нужно долго мариновать. Берем воду, у меня здесь мясо весом 1,5 кг, так что я использую 100 мл воды и 15 грамм соли. Набираем шприц, я воду перемешивала до тех пор, пока соль полностью не растворилась в воде. Набрала в шприц, я использую обычную 20-ку, и вот таким вот образом нужно нашпиговать мясо вот этой солью, соленой водой. Очень люблю этот рецепт за то, что не нужно долго мариновать, потому что моя мама готовила и меня всегда учила именно мариновать в рассоле. Но у меня не было времени, я просто разморозила кусочек мяса. Конечно же, несколько часиков оно полежало в воде, чтобы ушла вся лишняя кровь. Видите, какая у меня свинина светленькая. Весь рассол уже в мясе, и сюда я вот таким вот образом напихаю еще чеснок. И еще 15 грамм соли я посыпаю сверху мяса. Ну и конечно же уже готовая смесь приправ для запекания мяса. Друзья, точный состав этой приправы я напишу в описании под этим видео. Отправляю кусочек в форму для запекания или же в рукав, в фольгу, что у вас есть. Сверху сбрызну это все подсолнечным маслом, накрываю крышкой и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1,5 часа. У меня мясо весом 1,5 кг, то 1,5 часа будет достаточно. Если у вас кусок весом 2 кг, запекайте тогда 2 часа. Когда вынула я его из духовки, проверила, все ли готово, перевернула, чтобы оно остывало в рассоле в верхняя часть. И все, дала остыть, и посмотрите, какое сочное, ароматное, хорошо держит форму. Для бутербродов это то, что нужно. Просто, быстро, очень вкусно, на праздничном столе смотрится шикарно, мне кажется, это самая лучшая закуска, которая может быть. Но моей семье, мои мужчины требуют такое мясо на закуску, на утренние бутерброды. Вместо колбасы это то, что нужно. Ну а я, друзья, буду надеяться, что такой простой, но вкусный рецепт вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажать на колокольчик. До новой встречи всегда на канале «Вкусно, просто и доступно». Готовьтесь с любовью и будьте здоровы. Пока-пока.